Хромать Алексей Петрушин больше не будет. Неделю назад ему сделали уникальную операцию на позвоночнике. Он стал первым пациентом в России, которому установили искусственный поясничный межпозвоночный диск передним правосторонним доступом через живот. Да, все хорошо. Пока ему нельзя сидеть и много ходить. Впереди полуторамесячный путь к полному восстановлению. Алексей Петрушин говорит, диагноз для него стал неожиданностью. Думал, что защемило нерв. Сейчас чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Меня беспокоила спина, болела нога, хромал. Вот решил пойти на обследование. Предложили лечь в больницу на операцию уникальную по смене диска. Спасибо врачам. Вроде бы все сделали хорошо. Сейчас главное – восстановление. Операция длилась 1,5 часа. По словам врачей больницы имени Пирогова, для ее проведения понадобилось особое мастерство хирурга. Вся сложность состоит в том, что с правой стороны находятся крупнейшие сосуды – аорта и полая вена. Но именно благодаря правостороннему доступу через живот в случае осложнений или аллергических реакций на имплант можно будет провести повторную операцию, что практически исключено, если ее проводят традиционным левосторонним способом. Любая операция имеет определенные риски, осложнения, даже менее сложные. Надо давать шанс пациенту и будущему хирургу. Мы даем возможность на будущее сделать операцию другому хирургу, который может не овладеть этой технологией. По словам медиков, такая операция практически на 100% восстанавливает функции позвоночника. Инновационные методы лечения помогают развивать систему здравоохранения и полностью соответствуют стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.